Интересный комментарий от зрителя. Он спрашивает, что будет, если в 40 лет поступить в университет? Не засмеют ли ребята, с которыми придется учиться, а этим ребятам будет по 17 лет, ведь они существенно младше? Ну что же, здесь стоит подумать. 40 лет обычно поступают на заочную форму обучения. У вас в группе будут точно такие же взрослые люди, как и вы. Поэтому я думаю, что будут даже старше люди. Поэтому никто над вами смеяться не будет. Но если у вас есть желание в 40 лет осваивать очную форму обучения, пожалуйста, можете поступать и учиться очно. Конечно, на это нужно найти достаточное количество времени, чтобы вы могли совмещать работу и учебу, если, конечно, вы работаете. Поэтому бояться здесь не стоит, ставьте цели, поступайте, получайте то образование, которое вам нужно для развития, для получения, для хорошей работы, для зарплаты. У вас обязательно все получится. Желаю вам успешного обучения.